Так, здравствуйте, огромная вам благодарность за прекрасную учебу. Таких полезных знаний не найдешь. У меня огромная просьба провести вебинар по сохранению молодых однолетних двухлетних абрикосов зимой. У меня садоводство под Иркутском, южный склон. Заметьте, южный склон. Абрикосы посажены на холмы по вашим методам. Вот. Ну, что я скажу? Особый вебинар по сохранению молодых абрикосов. Ну, зимой делать нечего, а чтобы они сохранились зимой, все делается с осенью, помните? Вот посадка на постоянное место сразу. Или хотя бы лучших из лучших, чтобы поменьше пересаживать. Также, если пересаживаете, половину кроны убрали, вот, на холм посадили, если пересаживали, показали, где у нее пятнышко, которое показывает юг-север, оно же или другое пятнышко показывает, где корневая шейка. Вот. Может, когда-нибудь я тебе побуду северянки, научу этим словам антикриз. Вот. Или, допустим, это самое, коррозия. Придется изучать, девчата, придется. Уже не вам, от вас уже и так толку нет. Вы пока только вредите. А почему еще вредите, я еще потом покажу. Так, вот это вот Кириллин. Почему? Я сейчас пару слов. Казахстан, Калининская область. Я не стал это самое, Иван Федорович, вашу полную давать адрес. Почему? По хрену знаете, у меня такое впечатление, что пройдет немного времени, нас еще с вами поссорят. Мало нам Украины. Вот взял, а телефон вот он. Почему он нужен? Я вас попросил. Вы же не мелочились, когда банку вот такую вот с косточками, а потом получили, давайте раздавать. Я сразу сказал, это наш человек. Это наш критерий. Вот. Итак, Кирилл Иван Федорович. Почему еще раз? Объединяйте дальше. У вас дела такие же, как у нас Херова. Еще, что я заметил. Благодаря вам или напрямую. Кто-то мне без вас писал, а кто-то от вашего, так сказать, как посредника, вот, упоминал. И каждый, у каждого беда. Мертвый сад. И что обидно, каждый написал. Заметьте, саженцы купил у русских. В одном случае, из России, в втором случае. Нет, они не ездили в Россию. Продавец на рынке, глядя ему в глаза, вот, говорит, говорит, вообще понавешал, якобы из России. Те же южные, не зря же все написали, друзья казахстанцы, что они погибли или померзли. Россия это северная, чего они должны были погибнуть? Да их нету ни хрена в России. К вам привозят не из России. К вам привозят еще южнее, ваши соседи, Средняя Азия. И как можно было этому верить? Я сказал, Иван Федорович, собирайте толпу вокруг себя. Вот. И дальше знакомлю с вами. На сигарету прошу не смотреть. Он извинился за сигарету. Просто другого снимка нет. Делаем вот так, смотрите. Сигарету убираем. Во. Вот он. Видите? Ну, без сигарет. Вот. Это его женский батальон. Видите? Во, повезло. Да. Я серьезно говорю, во, повезло. Есть кому за ним убрать, есть кому суп сварить. Есть кому стяпкой. Попробуйте, парней заставьте. Стяпкой. А это его помощница. Так вот, он мне что пожаловался? Он мне пожаловался, что столько народу хотели выписать. Он решил собрать от их имени все деньги, сколько им не жалко. Сделать общий список. И мне хорошо. Ну, представьте, любой казахстанец платит 500 тысяч рублей за пересылку. Это когда маленький совсем заказчик, то 500 рублей. Так. А то и 1000. А бывало и 1500. Ну, смотря сколько. И вот тогда, чем каждая эта выгода какая, список. Пришла пора, заканчиваются льготы.
Осталось сегодня у нас 14, через 2 недели заканчивается. А дальше пойдет уже не 10 рублей, помните, не 15, вот, а 20, 25, а супер, все 30. И тогда он давай всех обзванивать, говорит, давайте, да, мы все завтра, вот все, сейчас это соберемся. Ну, похоже, это, раздавай ты мастер, вот, за что я тебя уважаю безмерно, дорогой мой Иван. Вот. Мастер раздавать. А собрать деньги у тебя не получится. Мне так кажется.